На сборке у нас КАМАЗ 65-802, по документам идет как тягач 54-90, 2017 года выпуска. Делаем из этого КАМАЗа вездеход 6х6, кабину будем ставить от Мерседеса с крыши Макси, от Нео получается с двумя спалками. Что на данный момент сделано? Установлен передок, установлена телега. Здесь пока редуктора нет. Редуктора будут здесь у нас, мосты КАМАЗовские. Редуктора будут на 35 зубьев. По двигателю. Двигатель планируем ставить мерсовский на 428 лошадиных сил. Коробка передач будет ZF-16. Также при желании, если будете приобретать его как тягач, можем установить колымбак. Также из него можем сделать не только тягач, но и как бортовой. Также можем оставить как шасси. Также установить сельхозник, сельхозный кузов. Все это обговаривается. Если интересует такая модификация, друзья, обращайтесь в отдел продаж. Более подробнее уже обсудим по телефону. Либо пишите на WhatsApp, как вам удобно. Так, по цене. Если за наличный расчет на двухскатной шиновке 7,5 миллиона рублей, на односкатной 8 миллионов рублей. Также можем оформить ее в лизинг, если это понадобится. Еще раз повторюсь, все обсуждаемо, только по телефону. Все, спасибо за внимание, всего хорошего.